Добрый день, уважаемые зрители. Ну и сегодня какой у нас? С днем космонавтики всех. 12 число. Сегодня не перепутаешь. Пробежимся по Савеловской. Вот увидел ребят. Денег особо не было. Там какие-то копейки им слил. Рублей 50. Вот. В чухмаря опять превратился, блядь. Здорово. Я отмоюсь. Грязь можно отмыть, а душу никогда. С тобой-то все понятно. Че, опять на похмелку, да, соображаете? У меня сегодня нету, я 2000 в Казахстан перевел. Че этот вчерашний-то хуй? Не видел его больше? Ну и слава богу. Такие вот дела. С днем космонавтики тебя, космос. Да, тебя тоже. Тоже это, космонавт. Космонавт, да. С платформы летали все. Я в танке. Как оно? Потихонечку. Все, никто не приезжал, не приходил. Друзья, товарищи. Никого не видать, да? О, цыгане опять. Мафия появилась, да? Вижу я личности старых знакомых. А что звали-то, я не пойму? Да вон ты. Что звал? Какой-то чипарь проходил. Ну. Дигать маэстро. Дигать маэстро. Вот он я. А где типарь? Где типарь? А это что, Асланова, Масланова, нету никого? На шестом был? Везде уже прокружил, да? Да. Вчера такой стрим, я 7,5 часов был в прямом эфире, представляешь? О, у него там есть. Наверное, вам хватит на виноградку. С тобой, ладно, полтинник дам на. Без кофе меня оставляешь, нахуй. Давай эту, ты поправь. Это, слышишь, я ей сказал, говорю, я за бухло не буду долги отдавать. 400. Если взяли там котлету, хлеб, уже вчера 540 там было, вчера. Еще небось сегодня брал, но... Здесь бухните, куда ты собрался? Так, до Бристоля. До Бристоля? Зачем? Виноградка вот продается. Она мне не продаст. Давай я куплю. Машка, бомжик, видели? Живы, здоровы. Машку видел? Бомжика, не? А я еще видел. Вот так мельком, короче, пробежал. Ну, он обычно летает, как аэроплан. Кость. Ой, Кость, блядь. Че, брат? Валера. Что ты думаешь над собой вообще дальше? Да, блядь. А, слышишь это? Давай, я взял эту херню, давай я тебя напшикаю еще. Не сгёт. Не сгёт, давай, наклоняйся. Пожгёт, перестанет. Надо как-то лечить, блядь. Если ты не хочешь, будем лечить с грязью. Со всей вонью. Что ты сам? Все равно бывает, что вот как мысли у тебя приходят. Сам, что ты думаешь? Ну все, ты это, грязный, все, рваный опять. Ты думаешь, я о чем, блядь? Думаю, какая же... Ну о чем ты думаешь? Хоть свои мысли какие-то. Мне, блядь, могу домой вернуться. Если могу домой, блядь. Куда домой вернуться? В Мордовию? Нет. А куда? К сестре? Нет. К
сестре. Ну да вот, сейчас прям на, набирай. Не, она со мной не побазарит. Ну а как я с ней побазарю? От меня она тоже трубку не берет. Говори. А? Говори. А? Что ты хочешь? Да это, кто хочет? Это братан. Что ты хочешь снимать? Братан наш. А? Свои все это люди. Братан все свои. Наш. Все свои. Все свои? Да. Да. Все, мы советские люди. Да. А что? Что, батя, что ты хотел? Ничего не хочу. А, ну дай мне поговорить с Валеркой. Да, давай. Ты что-то возьмешь? Ты журналист? Да, да, да. Да? Да. Давай еще поговорим. Подожди, там, я разговариваю. Там, там. Я разговариваю с человеком, да, я его очень давно знаю. Давай, извини. Иди возьми. А. Да пошел уже черный, что? А кто это? Откуда они понабрались тут? Ну и какие ты вот, ты не закончил, какие мысли у тебя? Домой, куда? К сестре? Ты, блядь, делал-то? А? Продала? Бабы, блядь, дают. Продала или в долг взял, скотина? В долг взял? Я уже пятикантку старчу, блядь. Негодяй, блядь, негодяй. Ну, а ты что думаешь? Все, извозюкался, грязный, дальше что? Все, будешь? Я думал, ты будешь. Опять а, вот в этот дом? Казахстан, блядь, там в Казахстане. Бля, у меня телефон сел. Давай я заряжу. Давай я заряжу, сейчас домой пойду кофе пить, через часа полтора-два принесу. Да, батарейки. А? Батарейки. В смысле? У меня есть пауэрбанк. Давай батарейки. Приедешь, а? Приедешь. Ты куда приедешь? Я живу вот в одном шаге здесь. Ну, ты убычь. Ну? Убычь. Я говорю, ну придешь обратно. Ну приду часа через полтора, сейчас кофе попью, пожру. Или фара подарил. Ай? Фара подарил. Ну вот такие вот дела. Ничего у вас нового нету, да? Да, нет вообще, блядь. Ёбальники целые, никто да, нигде не подрались. Били, били, нихуя поебал. Я понял. Так что кто меня искать будет, но номер телефона дай им. Нет, Жаня, я не стал бы себя давать. Вот у него работа. Хуя. В Ютубе скажи, посмотри, где он есть. В Ютубе посмотри, где он есть. 991, 993, 1965, 993, 1991. Да? Нахуй я столько времени в карты играл. А мой номер, знаешь? Напишу ей сегодня, вот ты мне... 70-27. Ты мне напомнил, сейчас я еще напишу ей, и в Одноклассниках напишу, и так. Она не ответила мне, я сколько раз звонил сестре. Че? Домой она, конечно, тебя не заберет, но хоть так какую-то связь наладит. Что думаешь? Братух, что думаешь? Думает, меня стесняется. Нет. Потом поговорим. Поговорим, обязательно. Дай секунду. Началось. Ваше дайте хуже, чем пройдемте. Ты что, постоянно сотку куришь? Ну а что мне курить? Двухсотку пока не выпустили. Да, да, все поснимал. Подожди еще чуть-чуть. Так, Манька жива, здорова, все, короче, живы, здоровы. Космос. Этот. А что делать, человек? Какой? Да, чуть-чуть. Ну, прохожий. Бывает. Продух. Знаю, чуть.
А вот, да, стакан, блядь. Дай сюда. Ладно, ничего интересного.